Кинозерье задержали недобросовестных рыбаков и охотников. В окрестностях поселка Поча служба охраны обнаружила двух мужчин с огнестрельным оружием. Согласно федеральному закону, даже просто прогулка с ружьем по заповедным зонам приравнивается к охоте, вне зависимости от того, собрано оно или нет. Нарушителей привлекли к административной ответственности, ружья изъяли и передали в ОМВД России по Плесецкому району. Добавлю, что за минувшие 2 недели в заповедных водоемах обнаружено 33 незаконных орудия, ловушки и сети. Рыбу сотрудники нацпарка выпустили в реку, на нарушителей составлены протоколы.